Перед началом данного видеоролика хотел бы вам подарить АКР Sport StatTrack. Я думаю, неплохой скин. Чтобы получить, тебе надо поставить лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий плюс свой ID. Итоги ровно через 3 дня я отпишу победителю и вручу приз. И самое главное условие – посмотри это видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, всем удачного просмотра! Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я буду выполнять самый сложный челлендж в мире, потому что у меня будет всего лишь один патрон на каждый раунд. Поэтому, ребята, обязательно поставьте за это лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши идеи для будущих видеороликов в комментарии. Так, ну что же, я покупаю себе дигл, и, блин, черт возьми, всего лишь один патрон, как же это мало. Так, ну что... Так, ребят, вы понимаете, что именно этот патрон должен попасть прямо в цель? Я им промахиваться просто не имею права. Так, а ну-ка. Ну, попал! Так, все, больше патрона использовать я не имею права. Так, погнали в рукопашный бой! А ну иди сюда! Так, минус один. Ой-ой-ой, очень даже неплохо. И, я вижу жертву, вижу. А ну иди сюда, ну иди к папочке, ну иди ты ко мне, мой пирожочек! Да ну! Охренеть, не встать. Самый ценный игрок это Илья, ну, то есть я. Обалдеть, я просто в шоке. Блин, вот это да. О, а давайте я себе куплю АВМ. Да. Я могу использовать только один патрон, еще раз напоминаю, поэтому промахиваться я не имею права. Так, ну что же, давайте тогда нацелимся и будем ждать команду спецназа. Так, братан, подвинься. Ну. Ой, ё-моё. Ребят, главное попасть. Кент, давай, ты сможешь, попади, давай. Блин, ну кто кинул дым? Кто дым кинул? Ну, вот как обычно. Вот моя тима мешает мне нормально играть. Вот спасибо им. Так, я, короче, буду идти за этим парнем, если что, его убьют. А я добью противников. Так, братан. Блин. Вот в такие моменты... Так, промахнулся! Да! Нет! О, фига себе. Так, братан, нет, убивают. Фух, я выжил. Так, 22 хп. Нет, убивают. Нет. Я сильно молод, хочу к маме. Братан, тебя еще убьют. Он там. Нет. Ой. Дасти, было приятно с тобой иметь дело. Ой, красавчик. Так, рукопашный бой, полетели, погнали. Да. Just do it, мы это сделали. Блин, ну мы просто красавчики. Так, ребят, и у нас остался последний противник. Надо убить с ножа, но у меня, походу, это не выйдет. Но я попытаюсь, буду ждать его тут. Ну иди ко мне, ну. Ага, сидит там и крысит, окей, я понял. Я его буду ждать. Ё-моё, дождался. Но я пытался. Блин, ребята, очень хардкорный челлендж. Если у кого-то есть подобные челленджи, то можете предлагать ваши идеи в комментарии. Потому что, честно говоря, я немножко в шоке. Так, в этом раунде на ВМ у меня денег не хватает, поэтому я себе куплю опять дигл. С диглом мне везло побольше. И черт возьми, я на первом месте по числу киллов в нашей команде. Как? Ну просто как? Ну это что у меня за команда такая? Ну как? Так, тихонько. Вы видели? Я тоже видел. Так. Блин, ну как можно было промахнуться, ну чувак. Так. Блин, ребят, у меня всего лишь один патрон, поэтому надо прямо в цель попасть. Так, тут был спецназовец. Попал, убил, обалдеть. Блин, как же это было круто, как же это было эпично. Так, ребятки, и теперь я имею право играть только с ножом. И я видел противника. Ё-моё, их тут двое! Нет! Так, иди сюда! Ай, блин, промахнулся. Так, и я на первом месте в нашей команде. Как? Как такое возможно? Я не понимаю, как? Так, ребята, это наш авапер, это наша последняя надежда. Пожалуйста, братан, я тебя прошу, пожалуйста, просто just do it, просто убей хоть кого-то. Ну, пожалуйста, давай. Что он делает? Просто скажите, что он делает? Ой, все, мы проиграли. О, не, ну это было случайно. Лол, я все равно на первом месте в нашей команде. Так, ну что же, я себе покупаю опять АВМ. Так, ну что же, ребята, у меня всего лишь одна попытка, поэтому промахиваться ни в коем случае нельзя. Спасибо моей команде, у меня замечательная команда, своих слепят, лучшая команда на планете Земля. Так, ну что же, играем дальше. И... О-о-о-о, ща выйдет, ребят, я чувствую, ща кто-то выйдет.
Или не выйдет. Или выйдет. Так, уже нашего тиммейта с бомбой убили. Ребятки, ну что же? Пожалуйста, АВМ, не подкачай. Ё-моё. Ай, промахнулся! Вот это я рак! О нет, все, мы проиграли. Ребят, это финиш. Все, я один остался. Это финиш, я вам точно говорю. Так, кто-то рядом шагает. А-а-а! Это было эпично. Блин, не-не-не-не. У меня всего лишь 9 хп. Я сильно молод, я хочу жить. Так, ждем. Так. Ну, иди сюда, не бойся. Блин, убили кента. И черт возьми, ребят, только посмотрите на это. Только посмотрите на это. Первое место. Да ну. Так, ну что же, вперед в атаку, вперед в бой. Надеюсь, мне повезет побольше, чем в предыдущем раунде. И, возможно, мы даже одержим победу. Кто его знает? Так, ну что же, поехали. О, кто-то в чате пишет «Привет, YouTube», пишет фейковый Люсик. Ну, привет. Так. Блин. Работают морские котики, работает Кент ПК. Погнали! И минус Кент. Так, ну что, продолжаем дальше нашу битву. Ребята, скорее всего, это будет последний раунд. Но если вы наберете реально много лайков, то я обязательно сниму продолжение. Поэтому, ребятки, лайк, подписка равно большая. Продолжите в комментариях. Так, ну что, в этом раунде я себе покупаю, как обычно, дигл. Ребятки, ну понимаете, дигл — это моя любовь. Я обожаю дигл. Дигл — это лучшее оружие на планете Земля. Если у тебя один патрон. Так. Тихонечко. Главное — прицелиться и прямо в голову. Как всех убили? Как мы вдвоем остались? Как такое возможно? Блин! Все, ребята, это фиаско, мы проиграли. Привет, Андрей! Блин! Не, ну, ребята, это уже был мой косяк, это чисто я затупил. Так, ну что же, ребята, и на этой замечательной, прекрасной ноте наше видео подходит к концу. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока! Пока-пока!